Инициированный президентом России Владимиром Путиным федеральный проект формирования комфортной городской среды стал одним из наиболее успешных и эффективных проектов, которые сегодня реализуются в нашей стране. Его цель – создание нового облика населенных пунктов, в том числе малочисленных и удаленных от районного центра, а также активное вовлечение граждан в благоустройство своей малой родины путем голосования за необходимые объекты благоустройства. За 5 лет действия федеральной программы формирования комфортной городской среды ее негласно прозвали самым масштабным и самым народным проектом по благоустройству. При господдержке Славянске на Кубани удалось вдохнуть новую жизнь в Северный парк, набережную, скверы, аллеи любви и молодежный. Уже в ближайшее время приступит к благоустройству улицы Красной от набережной до Дзержинского. Жители сами выбрали эту территорию, отдав более 13 тысяч голосов за новое благоустройство. Главным объектом центральной улицы станет фонтан, который появится на месте прежнего. Многие помнят круглой формы сооружения, которое радовало местных жителей в летние дни. Теперь на этом же месте возведут современный музыкальный фонтан со световым сопровождением. Подсветку фонтана и возвышающуюся над ним колоннаду объединят в единый световой комплекс с разными динамическими режимами и вариантами подсветки. В едином архитектурном облике выполнят пешеходные зоны, появятся скамьи для отдыха и уличное освещение. В качестве дополнительного озеленения запроектированы широкие газоны и кустарники в декоративных вазах. Для транспорта предполагают оборудованные парковочные места. Обновленная Красная появится в городе уже до конца года. Работы идут полным ходом.